Доброе утро! Доброе утро, Калининград! Доброе, дождливое, холодное и немножечко как будто зимнее утро. Мы вместо даже вас стоим почему? На улице. Не просто зимнее, а весеннее даже утро, потому что дождь звонкой пеленой наполнил небо сегодняшним утром. А, тем не менее, эфир обещает быть прекрасным, потому что сегодня со мной, посмотрите, какая красота. Виолетта Гришина. Да, и Евгений Санеев. Мы сегодня на пару развлекаем и делаем ваше утро. А вы можете понежиться еще в постельках, выпить вкусный кофе, позавтракать, размяться. И продолжать нас смотреть целых 2 часа, потому что целых 2 часа будет прямой эфир от Первого городского канала «Утро на колесах». Да. И мы хотим отдельно поблагодарить нашего партнера, жилой комплекс «Санитарная долина», что находится в Светлогорске, и лично Степаняна Нарайра Размиковича. Доброе утро, Калининград, просыпайтесь. Немного прервемся и обязательно продолжим.